Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня на мне милейшее, чудесное платье. Просто настолько любимое, что вот я спешу им с вами поделиться. Вы сейчас сами его рассмотрите подробно. Вот вы меня увидели спереди, а вот так выглядит оно сзади. Вы видите, на спине вот здесь есть такая чудесная завлекалочка, такой треугольник. Также здесь вот спадает драпировка каскадиком. Внизу у нас присутствует такой вот разрез чудесный. Платье стильное, оригинальное, вечернее, прекрасное. Цвет потрясающий, цвет сепия. Ткань, вискозный трикотаж, который я не ощущаю на себе. Оно настолько тоненькое, легкое и нежное, что я даже в итоге решила не обрабатывать край. Вначале у меня было желание обработать его ролевым швом, но учитывая, что она не сыпется, не появляются на нем стрелочки, вот просто прекрасный резанный край. Думаю, зачем же его утяжелять, усложнять какими-то ненужными швами. Вот вы видите пояс, драпировка, который входит в мой единственный шов на спине. Нет здесь ни боковых швов, ни плечевых. Есть только вырез для головы, наша горловина, и шов сзади. С конструкцией и со схемой вы подробно сможете ознакомиться на столе. Это чудесное платье, оно потрясающее, оно трансформер. Может быть как с длинным рукавом, так и с голой спиной. Вы эти трансформации увидите сегодня на манекене. Очень доступное в изготовлении. И процесс пошива понравится не только профессионалам, но и начинающим девочкам. Поэтому дерзайте, у вас все получится. Вы сейчас увидели в таком красивом модном цвете это платье. Здесь элегантная длина, длина дома Шанель, которая сейчас достаточно модная. Но я вам покажу вариант коротенького платья в яркой расцветке. В кадре появился мой манекен и мое платье. Пляжное, летнее. Вы сейчас поймете почему. Потому что я его люблю носить вот таким образом. Я открываю, вы видите, в зеркале отражается, у меня получается голая спинка, и я его одеваю на купальник. Вот летом вот таким образом мы можем сделать драпировку. Учитывая, что здесь два слоя с драпировкой на груди, можно вообще под него ничего не поддевать. Вот здесь короткая длина, сзади разрезик, вот такой потрясающий вариант. Также за счет вот этой линии треугольной ткань закрывает вот все наши жирки, которые вот здесь, как правило, даже у худеньких девочек имеют место быть. Поэтому вот этот вот вырез такой потрясающий, V-образный, прекрасно выигрышно смотрится на спине. Вот вы видите, у меня на спине я себе позволяю вот в таком варианте приходить на работу. Это у меня платье для города. Вот тут вы видите пояс драпированный. Вот он также чудесный. Здесь у меня декорирует нашу зону животика и украшает на летнем варианте. У меня здесь все свободно, без пояса. На моем рабочем варианте у меня вот есть такой пояс. На это платье вам понадобится 2 метра ткани. Вот в этой длине. В основании самого платья у меня квадрат. Ну и дырка в квадрате. Только уже не по центру, а в определенном месте. Я люблю разные варианты с дырками, с квадратами. Вы уже, наверное, знакомы с моим творчеством. И по ссылочке можете посмотреть на мой круг в квадрате. Увидели платье
платье на мне, на манекене, а сейчас вы подробно рассмотрите его на столе. Я покажу все нюансы. Пожалуйста. Вот сейчас мы с вами подробно на столе все рассмотрим. Рассмотрим мою уникальную выкройку, которая проста, как я люблю, доступна, но в то же время изделие смотрится стильно, интересно, оригинально. Опять же, мое одно из любимых платьев. Вот самая главная деталь. Это наша горловина. Единственная сложность в этом изделии – это аккуратно обработать горловинку. Горловина у нас обработана распашивалкой, минимальный подворот, минимальный аккуратный. И горловина моя из расчета того, чтобы проходила голова. Я не хотела вырезать большую горловину. Мне достаточно такой аккуратной горловинки. Здесь расстояние 12 сантиметров между передом и спинкой. И от центра ширина 8 сантиметров моей горловинки. Вы видите сейчас в раскрытом состоянии мое платье. Это практически квадрат, размер его 1,55 на 1,50 м. Опять же, большое полотно не поместилось на моем столе, но вы видите, что это квадрат, и здесь вот как раз горловина — это центр переда и центр спинки. Здесь у меня расстояние по спинке 43 сантиметра. Но опять же, вы можете дать больше и уже эмпирическим путем под себя посмотреть, достаточно вам, недостаточно. То есть можете полметра отступить. Ну вот конкретно на моем платье и для меня мне достаточно 43 сантиметра. А по переду расстояние метр. Это моя длина, но можно сделать и в пол это платье. То есть, опять же, длина может быть различная. Может быть и выше колена, и за колено. То есть, тут варианты разные. Мы делали короткое платье. Оно красиво смотрится в любой длине. Опять же, индивидуально под ваши фигуры, под ваши условия. Теперь следующий этап, когда сделана дырочка, нужно обработать наш периметр нашего квадрата. Конкретно я планирую обработать аккуратным рулевым швом. У меня тоненький вискозный трикотаж, он эластичный, он тянется в двух направлениях. Ну и вы увидели, как аккуратно обработана горловинка. Теперь, когда у меня обработан край четыре стороны рулевым швом, тогда я сгибаю этот мой квадрат, я складываю вот по горловинке. Вот по центру переда я сделала сгиб. Это спинка, вот возле меня находится, там перед. И вы видите, кстати, как лежит ткань, край ткани. Это резанный край, и вот он лежит ровненько, он не заворачивается. Он, вот бывают трикотажи различные, мы отрезали, и он сразу раз и скрутился. Такой трикотаж нам не подходит. Нам подходит вот такой вот льющийся, мягкий, тонкий трикотаж. Для того, чтобы потом в дальнейшем мы рулевым швом обработали, рулевый даст небольшую растяжечку, но при этом будет все аккуратно. Вот вы видите, мелом изображена линия. Это уровень моей талии на спине. И вот здесь будет дана строчка. А это уровень, до которого будет вот мой разрез сзади по спинке. То есть вот это как на юбочке у нас зашит средний задний шов.
И вот в этот шов я буду вшивать еще мой пояс. Вот у меня пояс. Это я вырезала две ленты шириной по 18 сантиметров. Вот одна лента и вторая лента. Он у меня будет обработан рулевым с трех сторон. И четвертая сторона, я ее не буду обрабатывать рулевым. Я сделаю сгиб. И вот со сгибом буду вот таким образом, вот так, вот верхнюю часть к детали, вот, буду пришивать отсюда и, соответственно, приметаю, приколю сниза, вот с двух сторон у меня вот здесь должен быть пришит мой пояс. Таким образом, чтобы сгиб был сверху, вот как раз начало моего шва. И так, чтобы ленты мои, вот видите, как вот шли на край. То есть, когда я застрочу, вот здесь вот сделаю закрепку и сделаю строчку, прямострочный шов под растяжку. Вот под растяжечку надо строчить, учитывая, что это трикотажик, трикотажной иголочкой и можно трикотажной строчечкой. Вот это все под растяжечку застрочила, закрепочку поставила, то потом поясочек, он как раз выйдет наперед, вот, и сзади будет раскрываться вот такой вот мой разрез, и на спине вот эта вот драпировка красиво будет сниз спадать, и вот это все будет аккуратно. Поэтому важно пояс пришивать не вот так, а пришивать вот как раз на выход, на вылет с изделия. И вот по этой линии. Но опять же, у вас линия может быть немножко другой. То есть я вам на схеме покажу привязку моей линии. Но ваша уже от, ну, ваши индивидуальные размеры. То есть когда вы на себя водрузите это изделие, обвернетесь этой тканью, и вы почувствуете, где вам нужно провести эту линию. Я себе поставила три булавочки. Я заколола в районе талии, заколола сразу под попой и посерединочке. И потом, вот у меня вот отметочки, средняя арифметическая, естественно, заколоть сразу симметрично сложно. У меня на одной половинке были меточки в одном месте, на другой в другом. И вот это вот, это моя линия, которую я уже среднюю линию вычислила по моим булавочкам. Соответственно, вы тоже на себя, видя себя в зеркале, увидите, где вам эту булавочку поставить, достаточно ли вам свободы, не затянули ли вы себе бедра. То есть вы это все увидите на себе в зеркале эмпирическим путем. Вот, это ваша первая примерка. Горловина, длина. Опять же, вы там тоже можете добавить по 10 сантиметров длину. Вот. Но здесь вы поняли, каким образом я эту линию на себе нашла. Я люблю подлиннее пояс, чтобы с ним можно было различные варианты. Длину вы тоже на примерочке определите. То есть вот это все вы можете заметать, еще раз одеть и тогда уже посмотреть длину пояса, хорошо ли вы эту линию заметали, может быть, вам нужно ниже, выше. То есть, опять же, все это для примерки подготовите. Когда вы убедились, что все нормально, тогда можете сделать эту строчку качественными ниточками, чтобы она у вас не порвалась. Можно сделать двойной шов, прострочить, зафиксировать. Вот и весь наш чудесный крой. Чудесный, уникальный крой. Так, теперь я вам демонстрирую свою схему с размерами.
она также сейчас разложена, как и мое платье лежало в том же направлении. Вот здесь сгиб. И это ширина ткани 75 сантиметров в два слоя. То есть здесь 1,5 метра ширина ткани. Моя горловинка, вот я ее сейчас жирно обвожу, ее привязка по спинке и по переду будет метр. Я вот изображаю перед. Вот у нас спинка, часть спинки здесь и спинка вот. То есть ориентировочно вот здесь у нас будет пунктиром бок. Но опять же швов здесь нет никаких, ничего не разрезается, вырезается только одна горловина. И вот моя строчка по спинке, вот она, и она привязывается к краю. Нижняя часть 16 сантиметров, а от талии 23,5 сантиметра. Вы можете себе разрез сделать ниже, но учитывая, что тут ткань сниспадает таким каскадиком, эта часть не раскрывается, поэтому вы можете не смущаться, что у вас там где-то что-то раскроется, что-то будет видно. Здесь оно все красиво сниспадает и иногда мелькает красиво ножки в этом вот разрезике, вот в этой драпировке. Общая длина по платью 1,55 м. И плюс нам нужно не забыть обязательно про наш пояс. Пояс у нас из двух частей. Вот я вырезала на всю ширину ткани по 18 сантиметров. Широкий пояс, то есть общая 36 сантиметров и плюс 1,55 м. То есть нам нужно ткани 1,90 м. Лучше взять 2 метра, чтобы не ошибиться, чтобы вам ровно отрезали, чтобы вы могли эту ткань выровнять, подкорректировать. То есть общий расход ткани 2 метра. Это пояс. По длине вы посмотрите на примерке. Достаточно вам, может быть, вам укоротить его. Ну, вот моя схема. Все понятно? Мне непонятно. Уточняю, что мой размер 54, рост 1,68 м, объем бедер 112. Эта модель за счет этой линии корректируется ближе к центру, соответственно, на меньшие размеры, дальше от моей линии на большие размеры. Поэтому здесь вы под себя уже эту линию без труда сможете на себе заколоть. Особой помощи здесь не нужно. Платье шьется за 2 часа. В этом его и прелесть. Красиво, оригинально, классная модель. Моя разработка. Она доступна для всех. И для начинающих, и для профессионалов. Я уверена, что у вас все получится. Дерзайте! Надеюсь, вам сегодняшний вариант придется по душе этого потрясающего платья, потому что, поверьте, я в этом платье получаю море комплиментов, и мы этим фасоном порадовали многих моих клиентов. Я надеюсь, что и вы себе его обязательно для лета соорудите. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Люблю, до скорых встреч на канале Мода с Владаной. Нормально?